Волшебная лента. Осторожней, не оторви ей лапку. Да я только привешу аккуратненько вот сюда. Ну вот, письмо мы привязали. Ты действительно можешь помочь мне? Коко говорит, чтобы вы не волновались, что доставит письмо лично Ричарду в руки. А что еще Коко говорит? Я понял, только про письмо. Коко, пожалуйста, будь осторожной, возвращайся скорее. Я буду ждать тебя. Пока, береги себя. Лети с приветом, вернись с ответом. Путешествие долгое и опасное. Наконец Белоснежка улыбается. Да. Да, но я не знаю почему. И ты улыбаешься, и мы улыбаемся. Теперь вам нужно поесть. Вы проголодались. Я хочу 3 булочки. Да, Джоли, я только рада, возьми. Разве тебе не известно, что я всегда ем 3 порции? Отстань от Белоснежки. Да, пусть помечтает о том, как обнимет своего возлюбленного Ричарда. Ричард не мой возлюбленный, он просто друг. Белоснежка, не надо стыдиться своих чувств. Я думала, что никогда больше не войду сюда и не стану колдовать, но я ошибалась. Я не позволю, чтобы в моем королевстве был кто-то красивее меня. Никто не посмеет. Белоснежка, на сей раз у меня все получится. Если узел не развязывается, его нужно разрубить. Я поймал! Пойду покажу Белоснежке. Не отвлекайся. Вот увидишь, ей понравится. Белоснежка, можно тебя кое о чем спросить? Конечно, Ромашка. Спрашивай. На что похож Ричард? Да, расскажи нам о нем. Очень бы хотели знать. Он фантастический человек. Очень воспитанный и умный. Прекрасно ездит верхом. И точно так же, как и лесник, быстро находит общий язык с животными. Правда, Млачко? О, я понимаю, почему ты так любишь его. Ричард говорил мне, что эта лента мне очень идет. А, вот почему ты ее все время носишь. Да нет, мне просто самой она тоже нравится. Будем надеяться, что он получит. Кто? Ричард получит письмо. А, да. Спасибо, Кэп. Я тоже надеюсь, что все получится. Письмо обязательно долетит до него. И Ричард поймет, как Белоснежка его любит. Джоли? Джоли? О, Ричард, интересно, удивишься ли ты, когда получишь мое письмо? Одна кожа ящерицы, потом цветы росянки, 5 ядовитых грибов.
Такие появляются раз в тысячу лет и рождают демонов. Микстура готова. А теперь мне нужно изменить внешность, чтобы эта глупая девчонка выпила это, ничего не заподозрив. Отличная идея. Ну, это несправедливо. Но почему Белоснежка постоянно думает о Ричарде? Она даже забыла положить мне хлеб. Может быть, не надо ей было отдавать письмо? Глупость, какая глупость! Джоли, где ты? Джоли! Что ты делаешь, Джоли? Все уже обедают. Оставь меня в покое! Ну, перестань ворчать. Отстань! Джоли! Джоли! Где ж ты была так долго? Джоли здесь? Решил пообедать в одиночестве. Ну, что с ним происходит? Не обращай внимания, давай спокойно обедать, потом разберемся. Не можешь уснуть, тоже рад за Белоснежку. Слышал, как она говорила о Ричарде? Меня это не интересует. Эй, Джоли. Ты знаешь, мои козы не очень-то болтливые, но я не сомневаюсь в их чувстве ко мне. Я ухаживаю за ними и очень привязан к ним. И время от времени у меня, конечно, возникает чувство, что их больше всего интересует еда, а не мое отношение к ним. Однако, когда я вижу, что им хорошо, и они сыты, я счастлив, не нужно рассчитывать на большее. Эх, спокойной ночи. Белоснежка не коза. Ричард. Чувства любящих должны пройти через трудности. Интересно, что же все-таки с Джоли? Горндрим и Талил, Горндрим и Талил, о злые духи, восстаньте из преисподней, слушайте мои желания, помогайте мне. Горндрим и Талил, о вы, которые несете... гибель! Горндрим и Талил! Волшебное зеркало. Это мерзкое стекло подтвердило, что Белоснежка скрывается в лесу. Когда она повяжет эту ленту на талию, она умрет за считанные секунды. Быстрее! Отнеси в лес и подбрось эту ленту Белоснежке! Вперед! Кармашек и молочко. Доброе утро, Смак. Доброе утро. Какие восхитительные блюда у нас сегодня на завтрак? Это сюрприз. Ну что, скажи. Не скажу. Ну, пожалуйста, Смак, ну скажи. Ну, в общем, это сюрприз для тебя. Что? Суп безнадежных мечтателей.
Да ладно, я пошутил, пошутил. Я тебя задушу. Доброе утро. Доброе утро, принцесса. Я надеюсь, что ты приготовишь действительно что-то особенное, а я ухожу гулять. Белоснежка, передай, пожалуйста, оливковое масло. Да. Держи. Спасибо. Смак. Да, что? Ты думаешь, я как-то не так себя вела? С кем? Ну, со вчерашнего дня Джулия обращается со мной довольно странно. Не разговаривает, не отвечает. Ну, я Джоли. Я понимаю. Что ты понимаешь? Да не волнуйся ты. Джоли немного ревнует тебя к Ричарду. Вот и все. Но я беспокоюсь не только о Джоли. Я люблю вас всех. Но это же не любовь, это скорее привязанность. Я не понимаю. Ну, так или иначе, не волнуйся и все. Но почему мне так трудно было сказать ей «доброе утро»? Я думаю, что оно дойдет. Что? Письмо. Я сразу не поняла, я тоже очень надеюсь. Во всем виновата Белоснежка. Ой. Ой. О, боже мой, только не это. Мне не справиться здесь одной. Мне не натянуть эту веревку. Ай, Джоли! Был на делянке. А что с тобой происходит? Ромашка, к счастью, ты пришел вовремя. А где Смак? Он скоро будет здесь. Кэп дал мне несколько ленточек. Какая тебе нравится? Я не специалист. Ты даже не посмотрел. А зачем? Все равно, зелено-синяя твоя любимая, правильно? Что ты хочешь этим сказать? Да неважно. Послушай меня хорошенько, Джоли. Если тебе что-то не нравится, скажи мне это. Объясни, что тебе не нравится. Я не маленький мальчик, чтобы делать мне выговор. Я хотела тебе только помочь. Ну и ладно. Ну что я могу еще сделать, а? Белоснежка! О, Смак! Мы должны приготовить из этого ужин. О, я совсем забыла. А Джоли по-прежнему обедает один? Да, непорядок. Принцесса, не поговорила бы ты с ним, а? Я думаю, что сейчас лучше оставить его в покое. Ну хорошо. После обеда поговорю с ним сам. Ой-ой-ой.
Молочко, кармашек, вот вы где. И вы тоже в полном одиночестве. Ой, мне щекотно, перестаньте. Перестаньте. Я покажу это Джоли. Ну прекратите сейчас же, мне щекотно, щекотно, я же сказал. Джоли. Белоснежка. Джоли? Ты ищешь Джоли? Да нет, нет. Кэп, у тебя есть секундочка? Я, видимо, слишком много и долго говорила о Ричарде, да? Если бы я смогла получить его новое письмо, благодаря вам, конечно, я бы перестала так много говорить о нем. Тебе грустно? Извините меня. Ну, ничего страшного в том, что ты его любишь и думаешь о нем. Спасибо. А нам приятно видеть, когда ты улыбаешься. Я думаю, тебе стоит поговорить с Джоли. Я так и сделаю. Ну, тогда я спокоен. И Джоли все поймет. Вчера он, ну, слишком мало спал, не выспался. Пойду схожу за ним. И вот Кэп отправляется на поиски Джоли, а Белоснежка остается дома в полном одиночестве. И коварный план королевы может осуществиться. Джоли? Джоли, это ты? Ленточка. А, я понимаю. Это подарок от Джоли. Знак нашего примирения. Сейчас я одену это. Джоли, я одела. Прекрати прятаться. Выходи, посмотри. Кэп, отпусти меня сейчас же. Говорю, у тебя Белоснежка хотела с тобой поговорить. И что я ей скажу? Белоснежка! Белоснежка! Белоснежка, что случилось? Проснись, Белоснежка, открой глаза. Белоснежка, пожалуйста, встань. Белоснежка! Белоснежке конец. На этот раз навсегда. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, кто на свете всех милее, всех румяней и белее. Дай же, зеркало, ответ. Ты прекрасна, спору нет. А Белоснежка действительно мертва. Это окончательный ответ? Белоснежка попалась в западню у злой мачехи. Она останется в живых, или ей суждено умереть? Белоснежка? Белоснежка! Thank you.